Ну что, настало время разобрать нашего подопечного. Двигатели. Головка. 1.1.1.8. Блок у нас 1.1.1.93. Сейчас постараюсь снять ГБЦ. Посмотреть, какое состояние цилиндров. Начну, пожалуй, с кожуха ГРМ. Открутить нужно 3 торекса головкой Е8. Вот что у нас под кожухом. Сразу обращаю внимание, натяжки тут никакой. Возможно, в нагретом состоянии лучше будет. Ну что-то я сомневаюсь. Я, наверное, даже его сдернуть смогу, нет? Нет, пожалуй, нет. Но натяжки нету. Ладно, снимаю ремень ГРМ, ослабляю ролик-натяжитель и разбираю дальше. Ролик-натяжитель открутил, ослабил, ремень снял. Может, кому-то будет полезно последовательность. Гайка, шайба, ролик и еще проставочная шайба. Сейчас мне нужно скрутить шестерню ГРМ. Чтобы открутить шестеренку, предотвратить свободное ее прокручивание, вставил вороток. Вот здесь гаечка есть в таком вот плане, и откручивал гайку, дабы шестеренка не проворачивалась. Все получилось. Либо можно одеть ремень, натянуть и заклинить колено, допустим, на маховике. Я вот выкрутился вот таким способом. Шестеренку снял. Далее нужно два. Так, один болт на 10. Одну гайку на 10. И 3 торекса, которые держат помпу. И мы снимем этот чехол защитный. Помпа вроде в порядке. Люфта нету. Дефектуем на ходу. Откручиваю. Открутил гайки. Кожух снял. Помпу тоже снял. Хотя можно было этого и не делать. Помпа в хорошем состоянии. Но так как я собираюсь ставить 16-клапанную головку, то помпу придется менять. Так как шестеренки у них разные. Форма зуба. Ну теперь снимаем крышку. Раз, два. Две гайки на 10. И продолжаем. Крышку сняли. Далее берем торекс Е16. И откручиваем 10 болтов крепления ГБЦ. Вот здесь доступ хороший. Здесь тоже, в принципе, везде подлазит. А вот здесь проблемки небольшие. Сама головка не влазит. Как здесь, так и здесь. Так что придется снимать крышку распредвала. Предварительно открутив вот эти 6 гаек на 13. Если я правильно вижу. Открутил крышку. Видно, что она вот здесь хочет оторваться. Но, по-моему, вот здесь она держится. Открутил вот такого вида. Дома почитаю, вставлю здесь, для чего это. Так, крышка распредвала теперь у нас спокойненько снимается и открывается доступ ко всем 10 болтам ГБЦ. Откручиваю и снимаю головку. Ну и чтобы не повредить головку, не перекосить ее, откручивать буду по книжке. Только задом наперед. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. В такой последовательности. Так, ну все. 10 болтов ГБЦ выкручено. Вот они все, красавчики. Осталось оторвать головку. Ну вот, в принципе, и все. Отрыв башки произошел успешно. Головка, я бы сказал,
Еще даже в очень хорошем состоянии. Ничего не побито. Ничего здесь не оторвалось. Цилиндры тоже вроде неплохо себя чувствуют. Канавки здесь еще нету выработки. То есть, в принципе, ему еще жить и жить. Но мы будем устанавливать приоровские поршни.